Всем привет, друзья! Это Паша Вайс. Сегодня необычное видео. Сегодня я буду соревноваться с одними из самых топовых гитаристов, которые играют классику на электро или на классической гитаре. И посмотрим, если я смогу повторить то, что они играют с такой же скоростью. Давайте попробуем первую мелодию сыграть. Но прежде чем начнем, подпишись на канал, кликни по колокольчику и досмотри видео до конца. И я буду благодарен. Понеслась! Так, вот у нас первый гитарист. Кстати, очень хороший гитарист, очень много играет классики и очень техничный и быстрый. Да, кстати, на электрогитаре немножко это произведение легче играть. Вообще с медиатором и вот такие соловые композиции намного легче играть на электрогитаре, чем на классической гитаре. И он немножко приглушает. Кстати, это так и в принципе должно быть, но некоторые этого не делают. Давайте дальше посмотрим. Ну, мы поняли. Давайте попробуем сыграть вместе с ним. Мне, кстати, один гитарист очень нравится. У него канал называется Акстар. Акстар, повтори это. Ну вот так вот, поехали дальше. Это я нашел на гитаре, вообще на гитаре много кто пытается ее играть, но я нашел как бы профессионала, кто это играет, не знаю, кто знает Виктор Зинчук, кто-то его любит, кто-то его не любит, кто-то даже говорит, что он не профессионал, но я смотрел, как он иногда играет вживую, иногда, в принципе, раньше играл. Он неплохой гитарист, он очень такой техничный, неплохой гитарист, конечно, все на лигах играет, кто знает, знает, но результат есть, он знаменит на всю Россию, не просто так, наверное, да, ну, не знаю. Вот, он играет турецкий марш, марш турецкого, или как его называют, Turkish Ronda. У него вступление длинное. Так, все, поехали. Вот персонаж. Ну, наверное, понятно, да? Ну что, попробуй за ним успеть. Thank you.
здесь у него уже отсебячина пошла такая, вот жесткая такая. Ну, он всегда добавляет классику, он добавляет... Он в классику всегда добавляет после этого свою какую-нибудь там соляк какую-нибудь, отсебячину какую-нибудь интересную. Я не против, в принципе. Ну, я ее не знаю, я классику изучал. Так что, как вы думаете, нормально получилось, нет? Ну, я старался. Кстати, учтите тот факт, что я играл на гитаре профессионально лет 20 назад. Потом я переехал в Америку и 20 лет не играл на гитаре вообще. Вообще у меня даже ее не было. И за 20 лет, я думаю, немножечко техника уходит. Все уходит. И левая рука, и правая рука, и мозг забывает все. Вот. Так я начал играть опять на гитаре 3 месяца назад. Вот, надеюсь, вам понравилось. Кстати, я самоучка. Я в школу музыкальную не ходил. Многие в комментариях спрашивают: Паша, ты в какую школу ходил? Ты когда ходил? Закончил школу? Нет? Нет. У меня была одна школа, знаете, в 90-х такой кассетник с музыкой. Я включал на пару секунд и пытался повторить эти ноты. И выключал вот. Включал и выключал. И подбирал вот так ноты. И мне, у меня был один преподаватель, он мне всего дал 2 или 3 урока, просто показал, как примерно держать медиатор и как примерно руками. Все, оттуда я сам начал отталкиваться, в школу нет не ходил, ноты нет не изучал. Я их дома изучил сам. Ну что, пойдемте попробуем еще одну повторить. Давайте попробуем вот эту. Тоже Бах, кстати. Такой серьезный дядька волосатый сидит. Ну мелодия такая классная, мне в душу запала, я должен был ее выучить. Посмотрим, как он играет, да? Классно играет. Заметьте, он играет пальцами, а я медиатором. Понятно. Все понятно. Я играл давно, так что может быть не получится. Ну, мы сейчас попробуем. Такой серьезный, мудрый мужичок. Видно, что просек все в жизни. Извините, ребята, за телефон, блин, собака. Hello. Hi, this is Lisa. I was reaching out to you today because your company is not registered with the Amazon Alexa network. Listen to me, Lisa. You actually almost ruined my music. Закосячил только в конце. Видите как? Ну ладно, я всю ее сыграл, дальше, в принципе, уже шла от себячина Динчука, опять же. Я его должен выключать, когда видео записываю, честно? Честно, реально? Что за хрень? Извиняюсь. Ну, с токатой все ясно у нас. Вроде смог повторить. Извинения приношу за то, что не выключил свой телефон и в конце токати подыгрывал насвист из фильма Kill Bill. Тин-т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 ин.
Это вот это жест, это знаете, что означает? Не то, что я хочу себя, а это означает, что задолбали телефоны. Все, выключил телефон. Ребята, следующая композиция называется у нас River Flows in You, Yiruma. Недавно совсем ее выучил, мне она очень нравится. Я не смог найти гитариста, в принципе, который играет ее. Все играют по-разному, так что я ее в оригинале просто на пианино вам поставлю. Посмотрите, как она по-настоящему играется. И я потом вам ее на гитаре сыграю. Ну вот, ребята, вот это оригинал, это и вообще мелодия, она на пианино была изначально, потом ее на гитару перенесли. Давайте попробуем ее сыграть. Очень красивая мелодия. Вообще, мне она так понравилась, когда первый раз ее услышал, и я сказал себе, я должен ее выучить и должен ее сыграть. Ну что, пойдемте дальше, посмотрим, что мы можем сыграть. Надеюсь, ребята, вам понравилось это видео. Надеюсь, я вас как-то развлек. Что-то интересное услышали, что-то вам. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте вопросы, предложения. И подписывайтесь на канал, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем спасибо, всем всего доброго. Берегите себя. Peace. Пока.